Меня присмотрите тогда, меня присмотрите Шумахера. А то у меня какой-то, блядь, маршрут странный полет. Чё, мне точно в сове или тут, блядь, за хиля? Кто там хилы? Нет, тебе точно в Эрдру. Тут нету больше хилов. Чё, ДЦ... Подожди, стой, ты в сове. Точно, ну, я ж Полипао нашел. Заебись. Только... А то у меня 17 всего лишь. Надо его тактика, короче. На первого босса у нас... Кто у нас МТшит? Наверное... А пусть ТКшка и МТшит. Я хз, еще вы в два танка ходите на червей? Вообще хз, прям не понимаю. Ну, чё, не понимаю, все. Так убьем и все. Дальше пройдемся. Тут, возможно, еще придется на лайку сбегать. Посмотрим. Что за рейд? Наташа, ДКшка, танк у нас второй электрик, пусть будет Оптикс. Первый босс выходит, кидает снобольта в тебе на голову, снобольт у тебя на голове, значит ты подходишь под босса. Он тебя потихоньку грызет, мы в него свечимся, у нас куча РДДшников, поэтому прям свечимся, кливать некому. В мили-зоне не стоим РДД, потому что сбивает каст, и за уже моментально выходим. Второго босса появляются два червя. ДКшка, ты танчишь... Нет, давай Оптикс. Оптикс, ты танчишь красную, а ДКшка бьет кислотную. Первая появляется красная. Отведи ее просто в сторонку от нас, отверди, открыто. На тебе кинется метка, ты по замороженным пройдешь. Я тебе все еще раз объясню. Когда что делать? Да. Не-не-не-не, на цирке нет, не так. Тут появляются они вот здесь вот. Блять, ёбаный Сирус. Вот они придумали классные штуки, можно метки ставить на землю. Но, блядь, никогда это не работает. Твоя выйдет по центру, ты ее вправо просто поведешь. Вот сюда. Под щит Альянса, вон, ориентирами пользуются. С правой стороны будут появляться они. Я здесь постою, то бишь на откидке в упор в стену сделаю, там прожмусь. Вот. Потом она рыганет, на тебе будет дебаф. Вот. Главное, чтобы под дыхание ты не развернул. Вот сюда отведешь эту красненькую, а зеленая появится вот в этой точке. Все, погнали, запускайте. Да забей, ты че? Ну, блядь, да, два танка, идем два танка. Швепс, ты где там? Тебе все хорошо? Приста баф, дайте, пожалуйста. Я первый. Спасибо. На рыбоцепу на пол. Хорошо. Кто-нибудь там нажмите кнопочку. По 300 кая Оптикс. Давай. Тут жесткий ик. Да. АФК, да, короче. АФК, конечно. Да, каждому по-разному. А, Полипао так и не зашел, да? Ну, и ладно. Первый, кто танчит? ДКшка. Кризал Док Ара. Махер, хватит. ШП, зайди, блин. Под жопу босса. Со снобальтом под жопу босса. Забирай, Оптик. Снобальт забирали. Еще одного снобальта заведите. Прист. ШПшка. Он там по жопе бегает.
под жопу прям зайди во фрейм босса. У нас, некому кливать, у нас РДДшки все. Не обязательно делать. Пал, ну что, мне флешками хилить? Давай, а или он не в диссе? Все забрал. Да я полику. Пиздец, лужа только на меня. Рэндж наберите. Перестака забирай. Оп. А, ну давай, давай, забирай. Которая идет, ее забирает. Красная. Красную забирай. 5, 4, 3, 2, 1. Кризал ток. ДПС. Прожмись, Оптикс. К Оптиксу подойдите. ТП. Снизу уже, вы видите, Оптикс. Оптикс, беги ко мне, побеги. Волк готов дамажиться? Твою разверни от рейда. Я в череп играю. Рейдж, блядь, держите, ну. Чё вы такой? Отойди от меня, снип. Всё, спокойненько в красную играем, рейдж между собой держим. Замороженный ДК-танк. Сова, подойди. Все, все, спасибо. Оптик, дотанчишь? Конечно, достанешь. Что не с фреймом стало, она вылезла, у нее фрейм стал больше. Фаза поменялась. Должно быть, да. Геры нет. Дон, здесь геры нет, правильно? Берсы нет. Что? Ой, не геры, а берсы. Нет, берсы нет. Берсы вон нет, она, нет, нет, да нет, мы уже прошли. Все, это типа нечего бросить. Волк лол. Да, да. Лол. Ты же был элемом. Но у него есть тот и тот спек, причем оба хорошие. Нормально он разве был. А, подсчитай альянсы, встали квадратику плюс-минус. Бежали. На рыбу цепло на пулевую. Дыхание. Бежали. Я это череп.
Отбежал. Ты будешь на РТшке завтра? Да, завтра идете. А, 25, там Алгалон будет. Там, по-моему, ДЦшки сейчас не будет. Нас неутомимо уезжает на 2 месяца. Ой-ой-ой. Сейчас сниму, на меня побежал. ДЦшку очень нужен, сейчас 25 будет. У тебя получится ходить? Знаю, Влад. Сейчас. А чё Бьорн? Бьорн все? Ушел из жизни? Ну, кстати, он вроде бы появляется, наоборот. Потихоньку. Что-то сейчас там десяточку хочет себе еще одну собрать. Дом придется в два окна, походу. Ну, я ж удалил приста. Ты че? В смысле, удалил? Да ладно. Ну да. Блять. Давно уже, ты че? Ну мне надоел он. Не, а зачем удалять-то? Ну он мне мешается. Ага. Понял. Я знаю, что он там есть, и он мне не нужен. Мне за него хочется что-то поделать, там, с собой какой-то там солнцесвет походить, эти, блин. Я понимаю, что там ОДшку, которую я пропускаю, она мне к черту не нужен. О, Энху нормальное запястье, правда, Скары лучше. Запустили, да? Да. Там же много боссов еще, там же Йог, Неубитый, Хранители. Да, там, там Мимирон, Торим, Весекс, Йог, Алгалон. Там самое сладкое все осталось. А там ЕП, кстати, дают за КД? Конечно. Да, 50% за принятие. Ну, то есть мы утонули в прошлый раз косарик, 500 тебе прилетит. Помимо второго дня. Ну да, плюс все, что это за второй день. А по инфу кулак дайте, кстати. Палы поширяете? Сам иди курс, костея позбиваешься. Ага, кто-то еще помогает. Хорошо. Что в центре я держу, возле себя бабой. Баба побежала. Сейчас таунт. Дальше пусть бегает. Притворюсь. Понял.
сливай просто тому, кому кто кастует. Голем фиром каст. При хиоре, да. А, сокро есть? А, блядь, холебала здесь нет. Заливайте по одному. Прохилим. Ну, а ты куда убежал, Ядомилк? А, ты молодец. Череп играем. Следующего сейчас притяну. Притянул. Каст бил. Последний раз спрям. Ты есть еще? Отлично, хорошо, паладин. Тотем из центра. Оптикс. Сова, можешь мне инер закинуть в эпсу спустя там секунд 30 после начала боя? Можно раньше? А можно сейчас, ебану. Не, сейчас. Зашибись. А, так, где рыба цыпа? Давай я тебе отдам. Оптиксу отдавай. Оптикс нужен, блин, Коля? Пофиг, вот, дай тебе там... У кожи тебе сова воет. Блядь, ну закидывай. Это, ну, там три креста у вас, три гимна на ману считай, так что не пропадешь, блядь. За 2 минуты и 30 секунд, я думаю. Ой, а у нас появились уже ребята. Хорошо. Поехали. Подожди, черепочек. Вы тут метки кроли, да? Не, конечно, это еще тактика вообще-то это. Тактика огонь. Мне хотя бы на хилов поставить, а там ретрик, да. Прист хилит, значит, еще. Блядь. Все, а квадратик на себя сагришь, просто сбоку обойди, рыбу. Сыпа, давай, холик прохилит, в черепочек сразу сыграем. Они, у нас они на вас контроля ходят. Нету. У нас в хекс даешь в валк в звездочку, а в крестик шамахер. Шамахер. Я вначале за контролю. Правую часть. Подсыпал оптикс. Все. Сова, зачем ты туда идешь? Да меня подберется, пацаны. Это будет красивая победа. Промах, фером. Кайф. Спел. Спел. Снимите. Троллю трапу дам. Шикашку прохил. Крестик следующего играем. Откатить чуть-чуть можете? Крестик. Да тут некуда отходить. Шаман, снимай с них этот контроль. Ой, хилки. Там фотки висят. Thank you.
еще один. Отлично. Ну все, выдавайте звездочку. Тогда да, умрет и не умирает что-то. Получи контроль от Наруто. Никто не спрячется от злой совы. Таймик 0,1 секунда. Диспо бабу. Как и блок. Блок не попал. Ой, Энг, аккуратней. Хорош. Ритауль. Ишь, даже не понадобился имя. Себе залил. Никому голова не нужна. Оптикс, давайте я скину хотя бы. Господи, отходите назад. Сейчас вальки выйдут. Сагримся, блядь. Есть вода у кого-нибудь, мужики? Вода. Горячая, там рыба. Холодная. А вон там рыба. Блядь. Так, сейчас валик убьем, тут же так же все, 3 минуты, да, примерно? Курить можно. Ну да. Дашь метки на... Так, наверное, тебе надо было скинуть лучше перчатки, да? Да пофиг. Я катание... На валик метки дай, чтобы это различить их можно было. Ты обычно путаю, блядь, ник неохота читать. Белая с белой меткой, и тут будет у нас крестик. Дай ДБМ пул 10, пожалуйста. Вот. Да, конечно. Подожди, пусть подведет. Там кто-то вот тут не торопимся. Огромное. Не, ну когда будешь давать, я имею. Это мне надо. А оптикс. Черненькую возьми. Че там, два танка, да? Да, в одного. А, в одного танка, да, в одного танка. Подведу, поставлю. И потом это... Да, только смотри аккуратней, чтобы это в портал их не ставь. Ну, плюс где-то... Я поставлю нормально. Хорошо. Готово? Угу. Встаньте в одну метку. Пробуйте ДПС. Я тебя вроде напулил, черный, левый у тебя. Ой, сзади, блядь, летит. И БР умер. Ну да. Я вышел, но недостаточно вышел. Три метки. Два шара просто. Раз, два. Да. Ложимся, чё? За 0,1 секунду 30 тысяч. Чтобы выходить половить телом? Выходить и заходить. Да, давай, возьми беленькую, да. В смысле не дамажу, блядь? Ну, в смысле, аж... Прямо, меньше остальных. Меньше прям всех начнем сейчас.
Ну ладно, ШПшку передамажил, и оптикса передамажил. Ну вообще, ребят, вагоны. У вас пятый твинг Невера передамаживает. Пятый твинг Невера. Звучит красиво. Тренг который? Да не, который Шамахер. А что, у нас есть рыба? Давайте рыбу поставлю. Он там танка только передамажит. Не, он на Джаруксе и ШП передамажил, и Оптикса. Я думал сейчас. Да сейчас ты чё там, блин, на ком? На чемпионах ДПС мерится. Ты прикалываешься, какие фасочки? Вот у меня прокает тыня из-за того, что я лапку вам даю, это вообще пиздец. Хотя на самом деле, Дон, тебе лучше ловить белое. Типа ты мобильный, ну ладно. Я пью больше. Да, да, бей. Гуща. Спасибо. Все поели, все блядь. Готовы, отлично. Давайте. В одну метку. Катится тема. Черепочек играем. Войд. Агро. Что поделать? Дамажим крестик. Перебегаем. Я взял. Невер, ты с черный. Да. Взял. А чё, есть кира у нас? Да, есть. Отойдите, чего вы так встали на грязь? Станьте точно в одну кучу. Ничего не делаем, просто дамажим. Под конец только сбейте, не сразу. Ничего, когда-нибудь это получится. Апул появился. Не трогайте, я сам в черепочек играйте. Че тут добьем? Да, тут добьем, по идее. Да, не успеем. СТПС хватает. Успеет остановить. Так, хорошо стоим. Повезло нам. Ебать. Первый, блядь. Почти. Кожа сразу это выйду. Параша, блядь. 2-1. Нормальный роу. Жестко. Ты кольцо параша. Компакт? Ну, соточка вносилась только если. Скары тоже такое же, только с дыркой. Ну, скары-то понятно, девушка, это лучше. Что тебе угодно?
Все, можно покурить, да, Тати? Ну, было бы неплохо. Ну, я быстро... Ну, давайте. 2 минуты. Мне написали, что серый я сгорел, как твой анус в 2010-м в доте. В 2010-м в доту играли. А что, сегодня упадем потом? А надо? Не, можем надо, сходить. Надо. Рейтер ДДшников вообще никого не надо. Мне кольцо с апротом. Я поменялся бы. Ну, хотя нахуй мне меняться, да я бы пошел на шамане, да. Я вначале подумал, что может быть пойти на этом. На... Ну ты понял, как это его зовут. На ханте. Потом был, а в пизду. Там, кстати, по-моему, стрелы падают. Какие стрелы? Ну, квест на стрелы бесконечные нет разве? Нет. Ну ладно, я выдумал себе вещи. Покурить. Там только пулемет продается, короче. Там скорость атаки 0,5. И там шмаляешь, короче. Ну, тысяча где-то по 10, наверное. Тысяча одна. Автоатака. Но при этом ты... Ну, надо дропать. Какой шанс? Там шанс, ну, где-то 0,000001. Ну, как бы редко думаю, очень. 0,0. Там просто очень редко как бы видели это оружие, но оно имбалансное. То есть, тебе понял? Менее, чем нихуя, вот, да, шанс? Вот так двигаешься, двигаешься, и вот так где-то 30 тысяч КДПС в текущем гире будешь выдавать, если просто будешь погонять. Нормально, слушай, хорошо. Только единственное, ну, стрелы придется прям заморачиваться, стрелы приходится покупать, они тратятся, и очень быстро. Да нет, я ж говорю, мне что-то приснилось, они там есть, бесконечные стрелы. Ну там химера только, единственное, пользоваться нельзя химерой. Она подъем, она включается. Вовку крашит? Да. Сирус крашит, блядь. Чисто магнум, все нормально. Что это такое? Это АФК. Да. Так, я в АФК. Да. Ну, кстати, слушай, а Void получается твой, скажем, не противоположность, а вот прям очень похож на тебя, Донт. Он тоже там Void Fury, Void Light, Void что-то. А у тебя Дон везде. Нужно мне тоже ники поменять, там Never Line, Never Life, Never что-нибудь еще. Ну правильно, так заявись. А то 100 линков... Некоторые, знаешь, создают один там перс Вася, а другой тюльпан там, блядь, или ромашка нахуй. Ебать. Хуй запомнишь, нахуй. А мы создаем. Согласен, много а так смотришь, и все, сразу понятно, чей твин. Но. Потом мне какой-нибудь челик пишет в ПМ там, о, Войт, это ты? А я говорю, а ты кто? Угадай, говорит, как заебали? Я говорю, сука, создаю персов, блядь, с ебучими никами, хуй запомнишь. Так, слушайте, а у нас все тут. Да. Паладин, тебе нужно что-нибудь здесь объяснять? Который холик. Уже не в Дисе, блядь. Так он в Дисе сказал, что он в Дисе. Ну, думаю, нет, сказал. Короче, за сферой не парьтесь, там я разберусь, блядь. Давай, от души. Все, отлично, давайте тогда я расчать, ТПМ пул и, ну, с первого трая. Давайте, за Орду. Зергаем, да, с Герус пула? Нет, ничего не зергаем. Все, да? Все тут. Гоус Асгард. Ну что это за вагоны? Ну кто так делает? У меня аж пост по трапе не попал. Это прямо обидно, на самом деле, досадно. Вообще... Вот я люблю такого. Когда кто-то пуляет, блять, никогда, блять, бурстануть не дают. По-человечески. Я в сурве все это время, понимаешь? Чё? Куда я, блядь? Куда? Где у меня ДПС? Смотри, вот буст 8к у меня. Да его фернули. Не знаю, как это, блядь, сурф. Типа пока. Ну-ка, а заливать их мы когда будет?
Пойду в сторону. С вечным сейчас придешь, заберешь. Не ферять еще раз, не надо богу. Забрал. По нейругу сыграли. Погружается, сейчас, по-моему, этот. Не-не-не, он на льду стоит. Куда ему там? Я испугался, все нормально. Забрал. Оптикс, таунт дай по мелкому. А, через 7 секунд, уходи, уходи его. Оптикс, забери, забери мелк. Я забрал. Ой-ой-ой, ну криво, конечно. Криво, косо. Сейчас сразу врежется в две штуки. Разбивать. Я разбил. Там, по-моему, человек боб хочет или нет? Или что ты делаешь? Туча не спасет. А. Сори, сори. Ну ты туча спасет, но не сразу. Не навсегда. Прикольно. У меня лужа не пропнула. Поднимите, пожалуйста. А почему он не врезался в лужу? Смотрите, я же в лужу убил. Ты не дошел, ты не успел. Он не успел догнать. Да, ты. Не, ты на самом краешке, там и есть такие текстуры, да. Да, ты сделал шаг, ты типа попал уже в лужу, но ты типа долетел до лужи уже мертвым. Бог просто так съедет на сову. Типа знаешь, ну как ты шел, подскользнулся, как ты же вперед еще двигаешься, но. Сейчас вылезет. Да, появление через западну. Поднимите, Войд, подними Сашку на счет. И сразу Эйнар в него отправь. Забрал Ада. Мелкого тоже забрал. Дайте каску. А, точечный ребаф. Как каску МП5. Через 10 секунд на мастерию. Давай, Войд, бурс. Серию отдал. Ада сразу гриб. Оптик, забери Ада. Слушай, не уводи, не уводи его, блять. Оптикс, ты куда его повел? Нельзя его уводить здесь уже. Куда ты бежишь под него? Беги от метки. Сколько у босса? Никто не помнит. 40%, по-моему. То есть мы типа переводим сейчас? Сейчас уже хватает. Нужно ехать, чтобы перевести. Дашь мне боб оптикс? Сейчас босс вылазит сразу. Босс. Понял. А, не увидел. Я встану. Ой. Рипав, дайте каску. Потому что оптикс с этим, с голосом. Не успел прочитать среди анонсов. Беги, малышка, беги! Беги, малышка, беги! Вот на дальнюю лужу. А, нет, появление через 5. Вот здесь и добиваем. Ада, поделку. Мы не переводим же сейчас. Мы переведем сейчас, ты что, 55%. Ада под жопу поставьте и геру дайте и заливайте. Не-не-нет, никакую геру не давать, блядь. Охуя. Уже... Ну под жопу заведи. В босса. Еще один следующего Ада.
либо фир. Не про хил. Не прожим, я бы сказал. Вот, типа, нахуя ты что-то говоришь? Говорю, в мобах сыграйте, ты говоришь, в босса играйте. Выходит второй моб, тебя убивают. Геру не нужно было сейчас сдавать. Зачем? Мы и так переводим его. Он еще до сих пор бегает. По смерти, ЦП. Ну, ты видишь, у нас луж нет. Нахуя, блять, мы переводим его. Мы без Гера его переводим на 30% фазу. Тут, типа, осталось ни о чем. Ну, мы, типа, вайпнули сейчас просто потому, что, типа, команду не вовремя даешь. Мы его убивали, спокойно. С первого босса, с первого трани, ни о чем, босс. Зачем? Уже оставалось. Нахуя нам уж, если мы фазу, если он не закрывается? Да ладно, забейте хуй, не надо это лично. Я не понимаю, ну типа... Все, забудьте, ошиблись, ничего страшного, блядь. Через 5 лет уже все будет заебись получаться. Я думаю, что да. Донт, ну это все потому, что ты кое-что развалил, сам знаешь что. Конечно, статики разваливают это. Статики. ДК, смотри, надо жуков убивать, потому что на тебе настакали 10 стаков, и тебя стычки шотают. Там никак не прожмешь, ничего не делаешь. Первого хотя бы надо убивать, стаки спадают, выходит второй, и тогда уже на втором, когда процентов 40, там 43, дают уже Геру и бьют. И когда процентов 30, уже добивают жука, а потом уже босса добивают. Они на первом же жуке. Поймите, у нас тут шеп сваляется. Прикольный босс. Сейчас давай, пацаны, нубим. Блядь, у меня чай кончился. А я не успел его даже кофе налить, у меня Донт написал. Типа, ну ты голый, да, наверное? Я ему сказал, что нет. Невер. Ты думаешь, я про шамана говорю? О, май! Пиздец, ты мне как ПС-ку дал, нахуй, у меня криты кончились, нахуй. Просто стою, хуярю костов 10, 0 критов, блядь, звездного огня, блядь. Так надо было ПСК просто звездный огонь кастовать, нет? Так я и говорю, блядь, 0 критов. А? Понял. Да, 8 команды допью. Давайте, за донт рунду, да. А бахните каску, пожалуйста. Прицел. Все готово. В целом я готов. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Верно. Я думаю, время для бурста, правильно? Вышел. Первого прошаклю дальше. Скрались этого.
чё? Беги, малышка, беги! Можешь, конечно, на 8 рт. Беги, малышка, беги! Я себя разбил. Хорошо. Выжили. Обрыгался бы. А что у нас? А, у нас совы нет. Пиздец. Сейчас вылезет. Да пиздец какой-то. Что вообще происходит? Не теряйте его, залейте его в УЕ. Давайте просто моба свечится и все. Стеряемся очень сильно. Ладно, только я буду свечиться и все. А вы играете. Шаклю. Не-не-не, давай к нам его. Тут с дотой. Дотну. Все, тикнул. Сейчас поймает мага. Закопаться, закапываться было 7 секунд. Маба сыграли все. Все 3 секунды закапывается. Стандать надо. Бейте еще сферу, с другой части, вон сейчас. Там есть. Сейчас. Угу. Хуёво сбил. Нормально. Уже без этого. Черепочек. А. Так. Сейчас лазим. На, тут, тут же его оставляй. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, все нормально. Сверху сломали. РЛПшек моба, да, ведь вопрос? Не переводим. Хорошо. Играем в босса, просто играем. Я не вижу, когда он закопается. Есть таймер какой-нибудь? Должен, мы сейчас переведем. Он на 30? Да. На 30, да. Скоро закопается, секунд 5. Мне тоже не по... Рофл, походу, нет. А, хорошо. 5. Моба. Шарик. А мне боб можно? А, все нормально. Две штуки. Боб будет? Поймайте его. Ага. Да, отлично. Побежали. Ну, беги. Ада, сыграйте. Да. Секунду. Ух, на тоненького. Угу.
пометка. Отойдите от пути его. Он долго. О. Все, босса. Трэш под босса. Вылез пикет. Шакл. Приступа снимаем. Иду. 2 минуты есть. Кто-то дотнул, а принц молодец. Да, Фири побегает. Че, вакуумы какие-то? Все, я краю просто босса. Прохиливаем только метки. Испа, шо. На пол хп держителей. Да, Геру, кстати. Все, махера поднять сейчас. Танка на фул держите. Валкап меньше хил. Меньше рейда. Сильно босса хилим. Держите хп половину. У всего рейда. Провихиливайте только метки. КГ снип, шамахер сейчас. И танка на фул держите. Мо прибежал. Ну, Фири бегает. Меньше хила по рейду, меньше хила. ШПшки уберите, вампирик свой. Не вампирик, паф на прохил уберите. Да, вроде норм. Мод бежит. Вы умрете. Мо бежит. Оптик запрохил. Оптик с шамахер, остальных не хилим. Вообще не хилите. Чем меньше по нам у нас хп, тем меньше нас бьет. У нас по 2000 потом будет тикать всего. Ура! Ух ты, босс какой классный. Да, хлеб, классный. Ой-ой-ой. Дайте я паролю. Ой, слушайте, дайте мне этот септик. Ой, надо у этого схилить. У меня просто кожавка есть, я их просто изучу все. Ой, вот ремень вообще сексуальный. Так, ШПшка выиграл, да. Ну, ШП ГЦ. Ты не ролил, ну, зря, честно скажу. Попробуй. Ну, у тебя 7% шанс вина. Он выкинул 93. Они же это на поясе, да, висят, наверное. Что? Еще раз. А, у нас же энх есть. Энху нужно такое? Конечно. Вот мне тоже кажется. Нет, не надо. Рец был. Значит, здорово. Ну, типа, я не знаю, что у него там, но вообще-то порыть очень хорошо. Не, ну хороший, это... да, но, видимо, у него лучше. Может быть. Оптикс отдаю. Можно рец на сову, пацаны, прием. Нет. Понятно. Вот так вот и бери вас в рейды. Смотрите, что там. Уф, с этим заебись будет, наверное, да? Бля, он, я пытался на команду вырулить, не получилось. Я понимаю. Да я бы тоже изучил бы просто и все. Ну что, ну оптикс, ой, блин, как и с ним. Че, ну кинь ролл, если тебе пристав вступит, ну ладно, лучше, если ты переролишь его. У него 93 было. А что он там хочет? Оня будет? Оня? А что, мы хотим Оню? Давайте ёбнем, проверим, хотим Оню мы или нет. Слушайте, все хотят Оню. Саму Оню мы не хотим, а убить ее можно.